Всем привет! Сегодня я вам расскажу про один хороший и дорогой поводковый материал. Он представляет собой стальную оцинкованную проволоку диаметром 0,4 мм. Продается эта проволока в магазине Оби, стоит 50 метров 75 рублей. То есть выходит 1 метр этой проволоки обойдется вам в 1,5 рубля. Как ей пользоваться? Откусываем необходимую длину проволоки, скручиваем. Берем приманку. Лишнее откусываем. Вот у нас получилась приманка с поводком. Недостаток этого материала в том, что невозможно перекручивать и менять приманки. We'll be right back.
сегодняшнюю рыбалку можно сказать, что поклевало очень хорошо. Счет примерно воблер обловил джиг процентов на 40. Щука зимняя примерно 50 штук с места с одной точки.